Вот это Миша взял жереха. Ух, ребят, посмотрите, что творится. Сом. С такой пободаться-то. Ребята, сом. Сом на джиг попал. Чё, какой. Во, как видал, мишень. Ох, нифига, его леской порезал. О, ребят, кого поймали, это капец. Капец, крокодил. Лежит, да, в тени брюха все. Усы такие. Да, переворачивайся. Давай. Он в слизи весь. О, какие щетки у него. О, ребят, наши. Улов пока. Маловато еще. Надо работать. Ребят, здесь ловится не только жерех, судак, сом и прочая рыба, но и вот такие вот морские гады. Мишка поймал. Поехали. Гадину такую. Отдай. О, Михаил Юрьевич поймал какую рыбу. Забагрилась. Микросазан. Мы его сейчас выпустим. А тянет как большой, да? Давай мне его подведи. Давай, залезку. Не надо, залезку подводи. Бедный. Бедный губастик. Хулиган это, да, поймал тебя. Ой, убегай давай. Быстро убегай. Давай. О, попрощался со мной даже. Опа, есть. О, хороший. О, хороший, ребятки. Ох, вот это. Все. В зацеп ушел, зараза. В зацеп ушел. Не, сейчас, может, выйдет. Ну вот я и пытаюсь. Прямо в рамку брось. Рамка. А нет, он не. Он за что-то. Нет. Сразу. Ребят, одно дело. Потерять просто блесну. О! Нет. Да, блесну с жерехом потерять. Это вдвое обиднее. Вот, ребят, делаем обед. Забыли нож. Обед у нас теперь вот такой. Я леплю копешки на хлеб. Вот так вот. Раз. Опа, скульптура, блин. А то ждун. У меня вообще крутые получаются. Сырники. Нет, да, сырники. Мечта этого рыболова. Михаил Юрьевич, на тебе красивую колбаску. Смотри, скульптура, блин. Чистой воды. Ну, держи, снизу возьми. Ага. О, ребятки, Мишка взял жерешка. От молодец, хорошего. Сейчас я подсак возьму. Ой, какой хорошенький. О, какой хорошенький. О, какой красивенький. Что?
фрикцион. Мотай. Фрикцион. Фрикцион заранее надо. Нет, я его отматывал, он не работал. Какой он? Есть. Все. Ух ты, ё-моё. Хороший. Хороший крокодил. Ребята, посмотрите, что Мишка поймал. Капец. Ух, свезло мне. Поймать рыбу больше, хороший, чем хороший крокодил. Вот это крокодил. Я не знаю, как его вынимать оттуда. Палку дай. Где она? А, вот она, палка. Зачем его легче снимать будет? Ну что, ребятки? Ха-ха. Вот этого Мишани рыбка. Есть рыба-то? Есть. Есть. Ну смотрите, какой слом, блин, погоды. Мишань, смотри. Сомик. Тихо. Зацепился он. Уже зацепил. Да. Класс. Класс. Взял на воблера такого рыжего. Видишь, была прогретая была. А сейчас лед тут. Видимо, холодно. Холодная вода. Так что с червяками ловится мелочь, с червяками. Ну, я имею в виду, с пиявками. Слушай, а вода прозрачная, да? Ну да, пока вот ветра нет. Рука бойца таскать устала. На, это вы тут это самое. И летаете туда-сюда. А мы работаем. Ящик поднять не можем. Все, ребят, поехали мы. Спалили. А самое интересное здесь. Как вас выводим? Жерик. Такие вот, да? Это жерик? Подень, подень. Покажу. Вот жерик. Вот это жерик, это да. Это не самый большой. Юнга, Мишка, подать якорь! Есть, подать якорь! Прыгай в воду, принимай лодку! Все, ребятки, мы приехали на базу. Будем сейчас считать нашу и не нашу. Вот так вот. Приехали. О, крокодилы, крокодилы. Вот он красавчик, вот он. Вот это жерик, вот это я понимаю. Вот это
жилище целое. О, как хороший. Хороший жирный жилище. Ну вот, ребят, все рыбаки собрались дома, кушаем, отдыхаем и делимся впечатлениями от рыбной ловли. У кого что клюнуло, у кого что сошло, какую удочку сломало, как перевернуло лодку. Сама короче, сегодня... происходит разбор полетов. Сама сегодня поймаю хорошего одного. Да, очень вкусно кормят. Заведите. Ну, в общем, я не буду отвлекаться. Приятного вам аппетита, нам тоже. Спокойной ночи. Михаил Юрьевич, как вам сегодняшний день? У меня нет слов. Короче, поймали рыбы, устали, как вот человек может устать приятно. Потом нас вкусно очень накормили. И организм все. Точнее, организму хватило сил отвезти меня в кровать и положить. В общем, Мишка бедненький сегодня устал. Я тоже устал. Поэтому мы, ребятки, ложимся спать. Завтра мы выезжаем на щуку, в автономку. Короче, где-то будем на границе Казахстана бродяжить. На шерпе. Вот, все вам покажем. Все, всем пока. Народ, привет! Ну что, сегодня мы выезжаем на ночевку и будем ловить щуку. Вот, ну что, мы едем на щуку сегодня с ночевочкой. Погода там вроде так стабилизирует, хотя, по крайней мере, дождя не льет. Мишка намылся прощально. Вот. Разве больше мы в душ не попадем? А завтра мы уже к вечеру, наверное, поедем домой. Ну, посмотрим как. В детстве, помнишь, это стишок там? Жалко, не снял, как она громыхала здесь по кочке. Это называется астраханский шерп. Весло зачетное тоже, да? Ребят, ну и вот такой здесь транспорт тоже есть. Так что можете, в принципе, с тазиком эмалированным приезжать и на рыбалку. Ну вот, ребятки, у нас такой завтрак. Блинчики. Ишенка. Вот ишенка. Честно говоря. Была. У тебя была, у меня есть еще. У меня была. А у меня еще только будет. Я съел, у Мишки еще только будет. В общем, у всех все хорошо. Во, ребят. Вот это филе, я понимаю, а. В два пальца. Филюшечка. Ну вот, ребят, очередная машина уезжает с базы. Сейчас посмотрим, как она это сделает. Ну, вроде уехали. Все, ребятки, мы поехали. Нам надо сейчас переплыть эту реку. И на той стороне в 7 километрах будут разливчики, протоки, на которых мы и половим щуку.
сидели. Сидят, да? Ну, да. Лёшка позвонил, говорит, скажи Герасиму, чтобы за нами ехали. Я говорю, что сели, сам звонить теперь, говорю, я не могу. Вот это, ребят, видите, две лодки. Да-да, это не корыто, это лодка вторая. И на нем местные плавают здесь вот по деревне, чтобы по глине не ходить. Они плавают вдоль, ну, вдоль берега по деревне. Так что, что вы на нашу эту желтую лодку, бочку катили? Посмотрите здесь что. Вот так вот. А сейчас мы поедем спасать патруль. Ехал он сюда, ехал, вернее, отсюда в Астрахань хотел уехать. И не смог. Шерпи здесь можно ездить в Астрахани. Вообще. Других вариантов вообще никаких нет. Просто. Мы развернулись, мы ели даже просто там, а там дальше еще хуже. Снимаем друг друга. Бочком здесь и ездят. Там близко не подходить. Грязь его катит. Вот мы и хотим посмотреть. Перевернетесь вы или нет? Нет. Уже все равно. Все, скатывайся, скатывайся. Давай, вперед, вперед, езжай. Вон до лужи идет. Видишь, даже долг он разгребает эту грязь и идет нормально. Михаил Юрьевичу это самое дверцу моет, чтобы он ножками своими небесными зайти мог. Ноги, просим вас, Михаил Юрьевич. Обутерь ноги. Просим вас, по колено в речку его махните. Сейчас я уберу. Причем головой вниз. Я даже пачкать это не буду. Все, парни, давайте помчались снимем. Давайте. Ребятки, мы переплываем реку и идем уже. Сейчас вот просто мы уже почти отплыли. Нам позвонили, говорят, Nissan застрял жестко. Ездили спасать. Но он уже выбрался за это время и вернулся обратно.
Спасибо, что ты досмотрел наше видео до конца. Если понравилось, ставь лайк. Также мы хотели бы тебе порекомендовать следующие ролики. Вот это для тебя подобрал YouTube. Вот это наш самый последний новый ролик. И вот это мы рекомендовали бы тебе посмотреть сами. Если ты еще не подписан, обязательно подпишись вот здесь, нажми на кружок. Спасибо. Пока.